Яна, вот вы часто говорите, какую клавишу нажали, такая нота и звучит. Говорите, там, пишете, это раз. Потом вот в предыдущем диалоге прозвучало, все они не отделены от нас. У меня такой вопрос. Какую такую я клавишу всегда нажимаю? И кто тогда не все? Вот. Гипотетически давайте смотрим так, это мы моделируем. У вас есть взрослая дочь, и ваша дочь живет вот такую жизнь, которую живете вы, что бы вы ни сказали. Дочь, продолжай живи, ну вот судьба у тебя такая, живи. Или вы бы ей сказали, завязывай. Просто вот попробуйте посмотреть, что бы вы сказали своей дочери в такой ситуации, как ваша. Вы бы как бы ей посоветовали? Ну, например, доченька, терпи, Бог терпел и нам велел. Как бы, что вы ей скажете? Но я бы, наверное, ей сказала бы, вот, ну сейчас уже, да, сказала бы, я тебе ничем не могу помочь. Решай, дочка, как-то свои вопросы сама. В какую сторону ты склоняешься, она поспросила. Ну, в сторону остаться или в сторону закончить это? Вот больше, куда? Все равно же есть какой-то внутренний посыл, вектор, в какую-то больше сторону. Закончить это. И вы этот ответ знаете. Я почему и задала этот вам вопрос? Потому что я знаю, что у вас этот ответ. Но вы не готовы ему следовать. И вас раздирает этот внутренний конфликт, что вы, с одной стороны, хотели бы это сделать, а сил как будто нет, как будто это выше и больше вас, вот эта вся ситуация, и вы ее терпите. И как бы ждете, что она как-то разрешится сама. И здесь очень много факторов, но я хочу вам сказать одно. Что в вашей ситуации может помочь? Однозначно вы не готовы уйти, потому что вы бы не спрашивали, Тогда бы не спрашивала, верно. правильно? Вы спросили именно так, чтобы не уходить. То есть фактически вы хотите, чтобы вас как-то убедили или подвели к тому, что в этом есть какой-то сакральный смысл. Я хочу сказать, если вам легче не уходить, не уходите. До той поры, пока вы не почувствуете, что все вас. Ну, к примеру, может быть, это пора не случится, может быть. Либо случится какое-то другое развитие событий. Но что я рекомендую, чтобы вам полегчало? Вот видите, я вам задала вопрос дочери. Когда вы смотрите на дочь, вы начали говорить, я тебе не буду говорить. Знаете, почему вы так сказали? Потому что вам не хочется самой себе признавать, что вы знаете ответ, и признавать, что я не принимаю какое-то решение, тяжело. И хочется поэтому уйти от ответа. То есть фактически это называется уйти от ответа. Вот я хочу показать вам даже такой механизм, как появляется у человека вот этот внутренний кризис или тип здоровья. Не ладится в семейных отношениях. Человек идет в церковь, ему говорят, ты недостаточно любишь, должна быть абсолютно любовь. Человек такой, елки-палки, возвращается домой, я не знаю, как жить. Ну как, получается, смотрите, он и так был разочарован, да, человек, какими-то проблемами. Тут у него добавляется чувство вины, что он не умеет любить. Новая плита, да? Человек пытается думать, как ему любить. Он именно пытается выстроить внутри себя эту концепцию, что же такое любить. Уступать, молчать, всегда улыбаться. Идет прессинг себя. Человек не является собой. Он будет себя подавлять во имя какой-то цели. Ничего не происходит, прессинг увеличивается, предыдущее состояние только усугубляется. Человек идет к экстрасенсу. Экстрасенс говорит, надо простить, ты не умеешь прощать. К тому прессингу добавляется еще новый. То есть было там несколько плит, добавляется, елки-палки, как прощать. Человек такой сидит и думает, так, я должен прощать. Он не знает, как прощать, но он начинает продумывать. Думает, так, это, наверное, вот так, это вот, наверное, все, я тебя прощаю. От того, что человек просто сказал, что я прощаю, да, ничего не изменится. Это как сказать, гравитации больше нет. Ну и что? Ну попробуй выйти с 9-го этажа, посмотрим. Прощением человек становится сам, когда он перестает об этом вспоминать. А если он пытается прощать, он делает все, чтобы это не забыть. И это априори противоположный результат и эффект. Вот вы задали вопрос, почему такая клавиша нажата. Потому что ценность тех людей для вас больше, чем вы сами для себя. Болезненный ответ? Болезненный. Обидеть ни в коем случае не хочу. Вы не думайте, что это свойственно только вам. Абсолютно каждый через это проходил, я в том числе. То есть, когда ты пытаешься быть нужным кому-то больше, чем самому себе. Из-за этого это происходит. И фактически реальность как бы твердит и бомбит. Цени себя, дорожи собой. Но дорожить это не значит, что сейчас шашка наголо, пошли все нафиг, развожусь, там всем посвятать, замки меняем и приходим. Нет, это будет вам только хуже. Это хотя бы начать эту подвижку с самой собой. Как только вы начнете доверять себе, и вы будете говорить, во-первых, вы почувствуете, что вам меньше страшно один на один с самой собой. Вот этот голос вы почувствуете, он начнет вас же и поддерживать, и вы вытащите себя из этого. Я поняла, спасибо. Я услышала про клавишу.
ключ заключается в том, что как только вы начнете говорить и этот голос адресовать себе, что-то начнет меняться. Вы как бы начнете разотождествляться с этой личностью, которая привыкла вот так жить. Но вы договориться с ней мысленно не сможете, только через голос. Я, возможно, сейчас не очень понятно говорю. Те, кто вот на вебинаре, они точно знают, о чем я говорю. Потому что именно этим мы там занимаемся. И вы можете быть этим исцелением прямо по факту, где вы видите. Вам не нужно для этого куда-то бежать, кому-то бежать. Просто видите, ошибка человека, в чем позиция жертвы? Потому что человек ждет, когда кто-то ему это даст. А по факту он должен дать сам. И чем больше вы наполняете, тем вам менее страшно. Тем больше вы чувствуете вот эту наполненность, целостность. Вы чувствуете некое мужество, что вы не одна. И оно вас протащит. Я понимаю, что тяжелая ситуация, но она очень интересна. Она на самом деле вас давит в ситуацию, чтобы вы наконец обнаружили, что ответ и ключ только внутри вас. Вы ничем не прокляты, вы ничем не обделены. Вы ничем не провинились. Это лишь тот способ, каким реальность самого себя вас будет и ведет к себе. Когда идет сейчас процесс разотождествления, но сейчас у нас просто закончился тот уровень практики, а следующий еще не начался, то в любом случае, почему я не хотела эти вебинары даже сделать, чтобы человека поддержать, чтобы он никуда не ушел вот внутри этого, да, состояния. Первое, почему человек не испытывает никаких изменений? Только потому, что он боится своего голоса. То есть он голос направляет кому-то. Задача здесь – голос направить на самого себя. На вебинарном уровне, те, кто присутствует, они знают, прям пошагово идет в эту ситуацию. Детально, от момента к моменту. От момента к моменту.